С 18 июля новый выпуск еженедельника «Волна». Читайте в номере. Лжеброкеры, мошенники продолжают разводить доверчивых граждан. Сводка за неделю. Хроники ДТП в городе. Печорские автобусы. Летнее расписание движения. Своими руками. Жителям надоело ждать и просить. Как всегда в номере. Кроссворд, сканворд, гороскоп. Программа телепередач на неделю. Детская страничка. И, конечно, объявления, с помощью которых вы можете купить то, что вам нужно, и продать, что не нужно. И помните, наш еженедельник выходит в четверг.